Сегодня с утра в Брестском государственном техническом университете было многолюдно. Все потому, что в своих знаниях пришли удостовериться будущие студенты. Для них первый день испытаний в виде централизованного тестирования по предмету белорусский язык одновременно тревожный и радостный. У каждого свой настрой и уровень подготовки. Но самое главное, что ребята верят в свои силы, потому для них открыты все двери в мир студенческой жизни. Тяжело готовиться, тем более я сдаю... Уже после школы 8 лет прошло, как бы что-то забыл, что-то надо было вспомнить. Ну, тяжеловато было, но надеюсь, что сдам хорошо. Настроение неплохое, хорошее, ждем, ну, как минимум, хотя бы по 70 баллов сдать, чтобы поступить. Это как минимум мне нужно. Ну, думаю, все получится. Пришли поддержать абитуриентов и их родители, для которых важным моментом становится оказать в нужное время, в нужном месте помощь своему чаду. Мы переживаем за свою девочку, которая сдает у нас тестирование, первое по белорусскому языку. Ну, надеемся, что все будет хорошо. Пришли пожелать удачи ей, ну, во всем, чтобы было, так сказать, морально и духовно поддержать. И всем, также ребятам, абитуриентам тоже желаем, чтобы побольше набрать баллов и поступить туда, куда они хотят. Сдать в гардероб лишние вещи, при себе иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность и, конечно, черные гелевые ручки. Список установленных требований небольшой, но важно подходить к нему ответственно и не пренебрегать правилами. Любая ошибка может стоить исключением из аудитории, а это потерянный год. Централизованно тестированы, привлечены порядка 170 преподавателей из учреждений образования, которые нам помогают, которые фактически... осуществляет контроль в аудиториях на входе за абитуриентами, смотрит, как осуществляется пропускная система, наличие паспортов. Ну, то есть совместно с Организационной комиссией учреждения образования осуществляем контроль, чтобы все дети дошли до аудитории спокойно, сдали ЦТ и прошли на очередной тур. Всему вышеперечисленному предшествовала масштабная кампания по организации и проведению вступительных экзаменов в учреждениях образования нынешнего года, чтобы уже сегодня будущие абитуриенты могли чувствовать себя комфортно в процессе прохождения тестирования. В первую очередь это будет организован контроль за проведением централизованного тестирования, ну а впоследствии уже зачисление. Значит, комитетом, председателем государственной комиссии утверждены составы областных комиссий. Централизованное тестирование будет проходить в Брестской области в 4 учреждениях высшего образования, значит, и в 22 учреждениях среднего специального образования будут комиссии по зачислению учащихся. Для прохождения вступительных испытаний в учреждениях области было выдано около 45 тысяч пропусков. Это меньше по сравнению с прошлым годом. Лидирует русский язык, на второй позиции математика. Самый минимальный предмет по численности – китайский. В 2019-м его планируют сдавать 3 абитуриента. К слову, пройти централизованное тестирование могут и граждане из-за рубежа. У нас есть граждане России. То есть, ну, они, как правило, так скажем, опаздывают на русский и белорусский язык. То есть они поедут однозначно уже в Минск пересдавать, так скажем, этот тест. У них единый государственный экзамен как раз таки приходится вот на 11-13 число. Есть граждане Казахстана, есть, так скажем, наши граждане, которые живут и за границей, то есть, ну, тем не менее, имеют возможность, так скажем, пройти централизованное тестирование у нас здесь. То есть, в принципе, как бы есть такие категории граждан, которые, соответственно, в общем-то, поедут уже однозначно на резервный день. Юлия Селюк, Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.